Медицинский центр «Самсунг» представляет новую парадигму медицинского обслуживания. Отказываясь от системы посещения пациентами различных лечебных отделений для получения медицинской помощи и формируя систему комплексного обслуживания каждого посетителя врачами различной специализации. В составе медицинского центра «Самсунг» был сформирован онкологический центр, объединяющий все виды медицинской деятельности – от профилактики, обследования, лечения и реабилитации пациентов до обучения персонала и научных исследований. Система междисциплинарного сотрудничества, призванная найти оптимальный способ лечения, малоинвазивная хирургия, снижающая до минимума страдания пациентов, а также протонная терапия в качестве новой парадигмы борьбы с раком, обеспечивают сверхсовременный уровень медобслуживания. Кроме того, в нашем стационаре мы избавляем наших пациентов от сопутствующих раку осложнений, предлагая курсы лечения, индивидуализированные посредством систем тестирования на мышах препаратов, прописанных пациенту, и персонального генетического анализа. И благодаря всему этому мы повысили процент выживаемости раковых больных за 5 лет до самого высокого мирового уровня. Превратившись из самого известного в Корее онкологического лечебного центра в центр международного тренинга, посещаемый иностранными врачами. Помимо рака, к смертельно опасным болезням причисляются также сосудистые заболевания кровеносной и нервной систем. Так, у 30% пациентов, перенесших инсульт, диагностируется также серьезное нарушение сердечно-сосудистой системы. Медицинский центр «Самсунг» реформирует прежнюю систему приема больных по отдельным видам заболеваний и вводит гибридную систему медицинского обслуживания в сосудистом центре, объединяющую лечение сердечно-сосудистой и центральной нервной системы в единый процесс. В итоге персонал врачей-специалистов 5 лечебных центров предоставляет индивидуально составленные курсы лечения от профилактики до операций и реабилитации. Опираясь на синергию сотрудничества с коллегами из других отделений, мы разрабатываем инновационные виды лечебных методик и медицинской техники. Однако наша решимость к обновлению системы медицинского обслуживания этим не ограничивается. Мы осуществляем оптимизацию лечения разнообразных заболеваний посредством открытия специализированных клинических центров. Мы гордимся результатами высочайшего мирового уровня, полученными нами в Центре трансплантологии, обладающем собственным вертолетным парком, Центре нейрохирургии, а также Центре охраны здоровья матери и ребенка. Параллельное обновление всех этапов обслуживания. От оказания скорой помощи, дающей надежду на спасение жизни, до процесса сложнейшего лечения в отделении для тяжелобольных, мы создаем новые стандарты качества системы медицинской помощи. Мы также осуществляем программу тотальной защиты жизни, позволяющую пациентам получить медицинскую помощь в любом месте и в любое время за счет расширения их доступа к нашим услугам посредством интернета и мобильных приложений. Индивидуально ориентированная система медобслуживания медицинского центра «Самсунг» базируется на инфраструктуре органично сочетающихся между собой служб, таких как информационно-технологическая, фармацевтическая, консалтинговая, био- и нанотехнологическая. НИИ перспективной медицины «Самсунга» обеспечивает научную базу для создания инновационных методов лечения болезней, применяя в своей работе многосторонний подход к развитию медицины на базе синергии различных отраслей и институтов. С целью укрепления научного потенциала в нем проводятся совместные исследования с маститыми учеными со всего мира. А в качестве учебно-практической базы университета Сонгюнгван он также вносит свой вклад в подготовку элитных кадров медицинской отрасли будущего. За счет всего вышеперечисленного медицинский центр «Самсунг» планирует открывать новые пути развития медицины, получив до 2020 года самые уникальные и самые передовые результаты исследований в 20 областях клинической и научной медицины в мире. Наши усилия по изменению привычных представлений о лечебном учреждении ради здоровья и счастья наших пациентов превратили медицинский центр «Самсунг» в самый популярный и пользующийся самой высокой репутацией Институт здравоохранения Кореи. Однако, не останавливаясь на достигнутом, мы планируем открывать новые горизонты медицинской теории и практики в качестве глобального центра индустрии здравоохранения на базе биотехнологий, завершив формирование медицинского комплекса мирового значения с инновационной системой научных исследований и высочайшим уровнем медицинского обслуживания. Медицинский центр «Самсунг».